Мы продолжаем. Это «Идеальная свадьба. Советы профессионалов». И сегодня с нами Альфина Шабалина, которая расскажет нам все секреты и тонкости свадебного декора. Альфин, расскажи, пожалуйста, три самых необычных ситуации, ну хотя бы одну или две, которые тебе вспомнятся. Может быть, странных, может быть, смешных, может быть, забавных, может быть, каких-то даже страшных. Просто о чем бы тебе хотелось на самом рассказать? Деле, мне кажется, что у каждого декоратора этого сезона основная боль – это погода. Мы, конечно, очень много делаем выездных регистраций. Вот в этом году у меня было очень много открытых площадок. Я монтировалась в ливень и в дождь, когда никакой дождевик не спасает ни тебя, ни твою команду. И все, знаешь, так я очень люблю там с косой ходить. И вот как-то на одном проекте меня вот так вот поднимают девочки, значит, косу, а вот тут все так капает, капает. Ну, то есть мы работаем в таких условиях и работали в таких условиях в этом году, что я, честно говоря, никому не пожелаю дождей на следующий сезон. Mm-hmm. Вот. И погода очень много меняет, тебе приходится что-то нервничать, переносить, ты думаешь, что вот, ну то есть у нас же как всегда, дождя точно не будет, нет, плана Б, нет, не будем план Б делать, я говорю, нет, а если все-таки, нет, дождя точно не будет, мы смотрели по времени, и то есть, а может быть, и мы даже не хотим думать, что он может быть, чтобы его как-то не призвать, да, не на карту. Да. И вот эти, конечно, ситуации, то есть и каким бы профессионалом-то ты не был, но ты понимаешь, что тебе все равно придется в дождь это монтировать, вот это вот все вешать, допустим, там, крепить, это, конечно, дикие нервы, поэтому погода в этом году была самым больным вообще местом. Вот у тебя были какие-то странные запросы? Хотим там, не знаю, свадьбу, что-то такое? У меня был странный запрос, не знаю, там, забавного вроде ничего не нахожу, и я, честно говоря, хотела поработать вот с чем-то таким очень оригинальным, да, то есть когда приходит пара, я сразу скажу, что не получилось у нас с ними работать, я их не поняла, ну, то есть здесь, да, нужно было как-то, видимо, с другой стороны к ним подойти, но когда ты не ощущаешь человека, значит, ребята хотели свадьбу в черном цвете, ну, то есть они хотели прям сделать такую готику, чтобы все было черное, все вокруг там и черным дымом подымить, и то есть вот все в таком состоянии, да, очень тяжелого, и я когда на встрече с молодоженами общалась, я понимала, что вот прям тяжело, ну, то есть тяжело даже какие-то эмоциональные получить там слова какие-то, да, ну, то есть вот мне нужно было им что-то сразу, видимо, предлагать такое, а я не могла понять, что, за что мне зацепиться, да, вот концептуально, и это была такая тяжелая встреча, не знаю, пока вот с этими клиентами мне не получилось, хотя, в принципе, это очень интересно, да, для декоратора, ну, там, сделать свадьбу в черном цвете, это классно, мне кажется, было бы. Ребят, если будет годовщина, обращайтесь, попробуем еще раз. Как-то не пошло с первого раза. Альфин, спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня смогла уделить это время, приехать к нам в эту красивую студию. Хочу сказать, что Альфина несколько расстроилась, когда увидела, что студия в золотых тонах, сказала, что декораторы не любят золотые цвета. Нет, это только я в данном случае. И потом я увидел мистер и миссис Адамс. Потому что главное – это клиент. Ну, все-таки сделаем. Да, так или иначе, Альфина уделила свое время, она замечательный специалист, она удивительный человек, и это человек, который действительно с любовью подходит к своему делу. Спасибо. Я знаю большое. Альфину уже давно, даже когда к ней приходят в гости вегетарианцы, она готовит потрясающе вкусные вегетарианские угощения, учитывая все особенности вегетарианского меню и запросов тех, кто приходит. Альфин, спасибо тебе огромное. Спасибо, это замечательный день, замечательная возможность пообщаться. И напоследок я бы хотел тебя всего об одном попросить. Пожелай что-нибудь прям лично нашим зрителям этого проекта «Идеальная свадьба. Советы профессионалов». Пожелаем что-нибудь, чтобы их свадьба была счастливой, красивой и атмосферной. Ребята, пусть ваш день, да, который вы запланировали провести с самым близким вашим человеком и самыми близкими вашими гостями, пусть он будет волшебным, очень стильным и красивым. И у вас все будет хорошо. Главное, чувствуйте волшебство внутри себя.